19. Вот смотрите, смотрите, нашли. Скаймаг просто увидел здесь СССР, наверное. А был здесь, вижу. До сюда. Что, потом мы посмотрим это? Там нас не попадает, СССР. Да, увиду, ФБ отбирает себе. Вот и весь СССР, в принципе. Этому Рейзеру, и он развалился там. Ушицы у нас, ну, первая вышка на 15-й минуте, тут все за фрагами гоняются, эти 15 минут. Рейтон так как бы не супер результативный. В итоге первая вышка состоит... Сил, трагедийский фанфер. Ну, хотя нет, 20 там. Там РП какой-то факт забал, убивает вас байда все-таки. Фантомка, а дальше висеть будешь, у тебя эльфу. Есть, дэм, у тебя дэмэдж. У тебя просто дэмэдж. О-хо-хо! Ну, вы видели, что произошло? Ну, раньше бы так, да, пошло, что тебе... Ты вышку, у тебя есть, ты что боишь, типа КБ есть. Эх ты. Давайте, давайте, вот я сейчас даже... Ой-ой-ой, Майкла, сразу же минус. Там просто какой-то кривой вообще дает, этот Скаймак. Нормально. Ты куда-то уйдешь, второй РП, про геймер, потому что КБ Майк не ставит. Да, так что смотри, у него еще Аня идет. И пока, а пока бы потратишь, ну зачем тебе за Ега, ну ладно. Акиля, Акиля, Майк, Ваш, Акиля, Акиля все равно живет, и все, Вайпера. Но, Вали бы, Ультра Акиля, ну ладно, для потомки. Давай, 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 вести, 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 Дропашкой, побежал Дропашкой. Ну, я думаю, тут никто не был против, если бы была распадка. Потом... Отвалил, тут, наверное, меч какой-то должен появиться или что? Как же меч появляется? Потанет потом. Погнали дальше. Ломается, Соников не тот, да! А, РП под рекламой, и там еще по линии попал. Ну, ладно. Без ПКБ, но с Аегисом еще у нас... Помощка. Убивает туда Дарса Вейдер, убиваешь ты, да? Трипл килл. Потом ГГ пишет вас про геймер, вот так. Ну, выиграли, Магнус выиграл эту игру со своим эмпауром, раздавал урон эсэфом всяким и мортом. Отличная игра. Вот, вот, люблю я все-таки, когда проигрывают такие вот дефолтные пики, которые прям вот слишком дефолтные. И больше по скриптумов я, наверное, не буду никаких говорить, потому что буквально через... А, нет, там же еще куча времени, там же пауза, перерыв, все такое. Но, тем не менее, все равно, какие по скриптум по этой игре? Ну, собрала Лина Аганим, но не помогло. Ну, тут, в общем, собирались, не помогло, вы что-то смог, но не до конца. Фантомка просто оверфарм. Оверфарм. Когда у тебя есть Магнус и какой-то там отхил, все, аджор, в смысле, то все, ты фармишь быстрее, чем Вайдецкий, который не будет собирать Battle Fury, потому что зачем. Вот такой вот 14-й день у нас СНГ, СНГ-сетки, про серии 11-го сезона. 4 интереснейших матча, спасибо большое, что смотрели их. Вот, не забывайте подписываться на мой паблик, если что, я Исаак Квинг. Вот, ну, заодно там всякие эти трансляции музыки, которые в перерывах играют, там розыгрыш пора уже мне собраться и начинать делать. В общем, все это будет обязательно. Вот, а пока что всем большое спасибо, и чуть позже вечером к вам, ко всем присоединиться. Кто присоединится? Лекс. И Лекс для вас откомментирует один матч, который тоже не безинтересный. LDN Con против GGOS. Мне это будет тоже очень интересно посмотреть. Вот. Весь вечер этот был с вами я, еще раз, Исаак Квинг. Паблики подписывайте, лайки и так далее. Короче, все. До встречи. Спасибо.